Какого хрена люди ходят на работу? Чтобы зарабатывать на кусок хлеба? Да они просто рабы 21 века! И при этом боятся смотреть по сторонам, словно беговые лошади в шорах. Стали бы люди что-то менять, если бы узнали о новых возможностях заработка? Да черта с два! Они не верят, что сами могут чего-то добиться! Поэтому наше предложение только для адекватных людей, готовых выйти за пределы своего страшного опыта. Что вы знаете о криптовалюте? Если вы до сих пор ей не пользуетесь, то ни хрена вы не знаете! Поспорим? Если бы вы были уверены, что ее ценность постоянно растет, спрос постоянно увеличивается, она не подвержена инфляции и является надежной инвестицией, вы бы покупали ее? Я обращаюсь к нормальным людям, а не к нищебродам, которые ходят на завод и зарабатывают на хлеб с водой. И чтобы еще оплатить любимую ипотеку. А вы знаете, что криптовалюту можно не только покупать, но и зарабатывать? С применением MLM-системы. Считаешь MLM-пирамидой? Дуй на свой завод, там тебе самое место. Я надеюсь, что теперь тут остались действительно адекватные люди, готовые воспринимать новую информацию. Готовые завязать со своей ***ской жизнью. Начнем по порядку. В некоторых развитых странах вводится запрет на криптовалюту, как на наркотики. Только в отличие от наркотиков, криптовалюта наносит вред не здоровью человека, а всей общемировой банковской системе. А что при этом получит каждый партнер? Полную финансовую независимость от государства. Полную свободу перемещения. Возможность покупать дорогие машины и дома. Отдыхать по 4 раза в год, как минимум. Сука, а не для этого ли мы живем? Или ты по-прежнему думаешь, что государство прокормит тебя и твоих маленьких детей? Тогда закрывай это видео и не трать мое время, ебаный придурок! Знаешь, что такое тренд? Это когда в мире появляется что-то новое, неизведанное. И самые первые понимают, что они находятся у истоков чего-то глобального. И они просто охреневают от перспектив, как я сейчас! Адекватные люди, получив полную информацию, сразу понимают. Это новая финансовая система. Она войдет в жизни всех людей, даже бедных, и позволит выбраться из финансовых ям, решить все материальные проблемы. Как сотовый телефон есть у каждого, как доллар, которым пользуется в каждой стране, и первые будут зарабатывать миллионы! Зарабатывать на продвижении криптовалюты. Это товар, который нужен всем, но не все еще об этом знают. И пока еще не понимают всех перспектив и возможностей. Короче, криптовалюта – это тема. В интернете масса информации. Изучай, изучай со всех сторон. Так, друзья, всем привет. Так, начинаем наш серийный вебинар. Давно у нас не было вебинаров, друзья. И сегодня вебинар будет посвящен именно теме вопроса-ответа. Сегодня этот вебинар буду проводить я, мое имя Сергей Петрик и Олег Торхов, президент компании BitOK. Вот. Я знаю, что много вопросов накопилось, что вот перед новогодними праздниками хотелось бы, наверное, получить на них ответы. Поэтому вот для вас всех сегодня организован вебинар в виде вопрос-ответа. Поэтому вот пока сейчас 2 минутки Олег Торхов подключается, можете от 1 до 10 поставить, как меня видно и слышно. То есть видно и слышно. Можете 10-10. Всех раз видеть. Вот. Сейчас вижу, новые люди подключаются.
Как у вас, скажите, новогоднее настроение уже наступает? Кто же наряжает елку, готовится к праздникам? Мысли все уже о Новом годе? Здорово, я сам, знаете, уже тоже так вдохновление этого чудесного праздника. Поэтому есть действительно, что вам рассказать. Есть много таких интересных новостей. Я бы так и сказал, классных новостей, потому что 2015 год компания B2K для вас приготовила грандиозные подарки, грандиозные продукты и много нового. То есть того, что заставит, по крайней мере, ваше внимание обратить. И вы сможете на этом всем заработать хорошие деньги. Сейчас, ну все, давайте по порядку. Так, Олег Торхов, сейчас смотрю, если он включился. Готовьте ваши вопросы, друзья. Так, пока Олега я не вижу. Вот, так, а где тот звук? Звук, Александр, здесь находится. Вы лично сами звук настраиваете. Здесь вам, как меня слышно, просто я проверяю, чтобы было слышно и вам комфортно, и мне. Так. Сейчас. Друзья, готовьте ваши вопросы, пишите их в чат. Чат мы видим сейчас на экран. Вот на большой экран у себя. Так. Вопросы, пожалуйста, такие более конкретные. Вот я отвечу сегодня на те вопросы, которые касаются именно сети, продвижений, вебинаров, системы, как мы работаем там с офисами, да, потому что у нас, вы знаете, недавно открылась офисная программа промоушенов, любых там сейчас вот вопросы есть о каких возможностях рекламных материалов. То есть, друзья, я отвечу на эти вопросы, постараюсь, ну, очень так четко, что я сейчас это понимаю. А также вот Олег Торхов уже ответит на такие же вопросы, которые связаны именно с продуктом, вопросы с нововведениями, вопросы, связанные с новыми мероприятиями. Поэтому, друзья, давайте писать вопросы. Так, немного загрузить программу. Окей, пишем, друзья, давайте вопросы, и мы 2 минутки начинаем. Касательно вопросов по сети, по продукту, по работе вашей личной. А возможно, вы заметили какие-то, на ваш взгляд, моменты, которые важно учесть. Возможно, вы сегодня недавно подключились. У вас слаживается картинка о самой компании. В целом, чем она занимается, для чего она на рынок предоставляет свои продукты, какая ее там миссия, цели, как на этом заработать деньги. Ну, вот те вопросы, которые в целом вам помогут видеть всю компанию. Сегодня у нас не презентация, сегодня у нас вопрос-ответ. Это я говорю для тех людей, которые вот подключились недавно. Я вижу новых 10 подключений. Друзья, пишите ваши вопросы в данный момент. Мы с вами сегодня общаемся, дискуссируем. И сейчас минутку Олег Торхов подключится. Друзья. Так, друзья, снова на связи. Олег Дорхов, включай микрофон, видео, и будем отвечать на вопросы. Добрый вечер, уважаемые друзья. Скажите, пожалуйста, как слышно, видно? Отлично.
Тогда давайте приступим непосредственно к делу. Предлагаю так, перед тем, писать ваше. Олег, хочу да. спросить так, чтобы мы связь между тобой наладили. Ты меня слышишь хорошо? Да, отлично. А ты? Все, я тебя тоже замечательно. Все отлично. Отлично. И вот смотри, Олег, вопросы, которые выше было, ты их видишь или нет? Или мне скопировать? Там вопросы были как раз непосредственно уже тебе адресованы. Да, я вижу, ну, смотря тут несколько, сколько, строчек 10, наверное, больше даже, наверное. Так. Да, друзья, пишем вопросы, которые вас интересуют, и поехали. По поводу «не могу загрузить программу, защита не принимает». Есть у нас форум профильный, там об этом этот вопрос очень подробно разобран. Адрес, я думаю, напишем в чате. Возможно, подскажет куратор ваш. Я знаю, что эти вопросы уже очень подробно рассматривали, и наверняка там ответ есть и на ваш вопрос. Кошель никак не синхронизируется. Он, Роман, синхронизируется со временем, когда будет чуть больше народу. То есть нужно больше людей, которые скачают кошелек. Кстати, в блоге у нас есть инструкция по тому, где скачать кошелек, как скачать, что с ним делать дальше. В первую очередь это касается людей, которые уже купили пакеты. Так как им положено определенное количество монет, то для того, чтобы их получить, соответственно, вам нужно скачать кошелек, прежде чем вы получите. Нет, добавлю пару слов, что, друзья, вот если вы еще не установили вот сам кошелек, инструкция, как вы слышали, уже есть. Прокурируйте ваших личных людей, которые вот сейчас имеют пакеты или уже хотят установить программу, непосредственно сам кошелек. То есть, чтобы вы сами прокурировали людей, чтобы они это сделали, потому что вы сами для них пример. Что нам сейчас важно, чтобы вы как раз включили, настроили, есть для этого инструкции. Плюс их пишем, вот я знаю, Юра Антуменко выложил их на свой еще форум, поэтому можете дополнительно оттуда брать информацию. Так, продолжим по вопросам. Как заработать методы работы? Ну, это такой общий вопрос. Я думаю, может быть, чуть позже мы на нем остановимся. Сейчас пока пройдемся по более конкретным. То же самое касается, что такое криптовалюта. Очень много было уже вебинаров на эту тему, и я думаю, сейчас мы не будем на этом останавливаться. Так, где включить звук? Нормально, хорошо. Методы. Так, майнинг на жестком диске. Мы получаем монеты на майнины или доллары от компании Bitok. За монеты, полученные от майнинга, вы получаете доллары. Значит, вы с помощью своих жестких дисков и с помощью нашей компании добываете монеты. Компания их продает на бирже, дальше продает биткоин, получает доллары, и вы уже в своих кабинетах видите доллары непосредственно. Куда обратиться в связи с проблемой загрузки? Увидите в чате, пропишем форум название. Там есть ответы на ваши вопросы. Где пакеты? Я не в курсе. Значит, я могу хороший сказать, вопрос. Прокомментировать. Есть. Друзья, можете сейчас написать, пожалуйста, в чат. Кто первый раз пришел на данный вебинар, получил, допустим, письмо от рассылки, напишите единичку. Кто уже не первый раз, напишите двоечку. Потому что я так понимаю, что здесь люди, наверное, находятся те, которые пришли впервые. Ага, вот я вижу, да, здесь много людей, которые первый раз пришли. А, вот, да. Потому что у нас как бы сейчас запускается, друзья, серийная рассылка, да, из всех партнеров, которые являются партнерами B2K. Поэтому, ну, для вас может быть это письмо быть, ну, как сказать, очередное в следующей серии, но сейчас вы первый раз пришли. Поэтому вот для вас у нас сегодня вопрос-ответ, то есть те вопросы, которые вас интересуют. Вопросы касательно, что такое криптовалюта, как на этом заработать, какие продукты компании B2K вы услышите в наших презентациях, школах, но не сегодня. Сегодня вот вопросы больше для тех людей, кто уже наши клиенты, партнеры, столкнулись с какими-то вопросами и хотят, допустим, правильно услышать ответы на свои вопросы, или которые у них накопились. Ну, а вам со стороны будет, наверное, скорее всего, виднее, что вы сможете оценить уровень компании и, естественно, то, что обратную связь от руководства и лидеры выходят и с вами могут поддерживать. Так,
Окей. Так, да, спасибо, Сереж. Вот я вижу и первый вопрос, не первый, но такой более конкретный и важный. По поводу того, когда обновится товарооборот. Значит, сейчас, в общем-то, все нашли ошибку там небольшую в механизме начисления рефералки, причем она ее не было раньше, она каким-то образом появилась вот буквально несколько дней назад. Сейчас она устраняется. Буквально перед вебинаром я общался с программистом, и он сказал, что либо сегодня вечером, либо же поздно вечером, либо ночью. В общем, до утра эта проблема будет решена. Вот. Таким вот образом. Так что сейчас вплотную занимаемся этим вопросом, потому как есть такая проблема, мы о ней знаем, и надеюсь, что к утру ее уже не будет. Так. Ну, я хочу еще добавить всему Олегу, что вот чтобы вот для Александра Токаря, вот что и всем людям, кто строит сейчас структуру, что в любом случае вы поймите, что компания делает все для того, чтобы улучшить и, как говорится, обратную связь от вас получить за все ошибки, которые даже там есть, какие-то появляются, плюс это все учитывается, то есть нигде ничего не потеряется. То есть можете Так. не переживать. Сереж, ты подвис чуть-чуть, подвисаешь. Да, я увидел. На важном моменте как раз. Ну, В значит, общем, надо все повторить. хорошо. В общем, все хорошо, друзья. Компания за нас делает ту работу, которая, как я называю, отношу к проблемным вопросам. И я говорю, я в том числе, как и вы, строю сети, знаю, эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки. Поэтому каждая копейка, каждый доллар, каждое начисление, реферальные деньги, которые положены за вашу работу, будут начислены. Поэтому не переживайте, я вас в этом уверяю, все будет отлично. Спасибо, Сережа. Так, продолжим. Что у нас по вопросам? Сверху на сайте написано майнинг 0. Доля, это понятно, пакет. Опишите эти функции вкратце. Ну, Сережа сказал по поводу того, что это больше относится к презентации. Ну, я не знаю, может быть, пару слов скажем. Все-таки достаточно много людей, которые первый раз. Вот, значит, что такое доли? Доли – это доли в облачном майнинге компании. То есть вы грубо говоря, покупаете часть оборудования компании. Минимальная доля 25 долларов. Дальше кратно этой сумме вы можете приобретать любое количество долей и еженедельно получать доход, который приносит оборудование, в котором вы участвуете. Что такое пакеты? Есть 4 пакета. Это пакеты обучение, собственно, многим вопросам, которые связаны с криптовалютами и с тем, как можно на этом заработать. Но не только обучение, а также есть определенная монета, которая дарится вам, и также есть пассив, так как на 30% от стоимости пакета компания также закупает оборудование, которое приносит вам пассивный доход в течение 2 лет. Это вкратце о том, что такое доли, что такое пакеты. Более подробно, я думаю, мы осветим на тематических вебинарах, а также можно посмотреть записи, на которых тоже эти вопросы достаточно подробно были рассмотрены. Так, давайте продолжим. Почему я не могу майнить на видеокарте NVIDIA GTX 560? Артем, ну, дело в том, что тут два варианта. Эта карта, она как бы граничная. Я вот сейчас по памяти не помню, подходит ли она вообще теоретически. То есть она, скажем так, на грани. Она либо вообще не подходит, либо же если подходит, то тогда уже нужно разбираться индивидуально. Потому что пятая серия, как бы там многие карты не подходят у NVIDIA. Выдает ошибку. Собственно, это надо, нужно более подробно разобраться, есть ли она в списке карт, которые поддерживаются программой. Если есть, тогда разбираться. Если нету, ну тогда значит карта не подходит. Где пакеты? Так, хороший вопрос.
пакеты, они состоят из многих составляющих, поэтому однозначно ответить на этот вопрос сложно. Естественно, начинается все на сайте компании. Сколько планируете просуществовать? Ну, насчет 100 лет не думали, точно не год, вот, думаю, даже не два. Поэтому посмотрим, время покажет. Я хочу пару слов сказать здесь, потому что я понимаю, вот, ну, почему этот вопрос задан. Да? Сегодня, друзья, и касательно вот работы компании и работы вообще в целом, что сейчас я имею в виду, вас, как людей, которые продвигают данный вид продукта или данные виды продуктов, в частности, интересует, сколько времени, да, и сил вы отлаживаете. Друзья, я честно вам говорю, я мониторю все, что происходит сейчас на рынке, и я вам хочу сказать, ситуация очень, очень интересная, то, что на рынке создался такой определенный вакуум, и люди реально как бы ищут хорошие проекты. И компания B2K, в свою очередь, делает то, что сегодня именно интересно рынку, и показать именно прозрачность, честность, долгосрочность именно проекта, потому что только такие качества проекта позволят вам и компании заработать, ну, действительно хорошие деньги, а вы вместе с ней, соответственно, можете реализоваться как лидер и зарабатывать в том числе с вашими людьми. Поэтому вот насколько как лет планируется работа компании, я из того, что сейчас вижу, из того, что сейчас происходит, надолго. Вопрос, ну, в количестве конкретно вам, ну, никто не скажет. Но касательно того, что это одно из лучших предложений, я могу с уверенностью говорить, потому что я четко знаю много людей, много лидеров, которые просто абсолютно сегодня ничего не хотят делать, потому что нету на рынке хороших продуктов и проектов. Поэтому здесь для вас именно делается все, что в лучшем виде. Поэтому разберитесь еще глубже. Я серьезно говорю, копните информацию, пообщайтесь с лидерами, топ-лидерами. Посмотрите продукты, предыдущие презентации, посмотрите, как все сейчас работает, развивается. Для вас вот в ближайшем времени готовятся огромные, ну, такие сильные новости, которые вас порадуют, потому что там заложены большие деньги. Но это при том условии, что вы будете оценивать адекватно. Спасибо. Спасибо, Сереж. Так, вот следующий вопрос по поводу того, Андрей задал вопрос. Компания платит нам доллары от майнинга от других криптовалют, то есть она получает прибыль от добычи и продажи других монет на биржах. Правильно? Да, естественно, правильно. Часть прибыли она отдает нам, часть прибыли забирает себе. И отсюда вопрос, возможно ли увидеть отчеты сделок компании, где какая монета добывается, по какой цене купили, по какой цене продали. Андрей, внутри компании, естественно, такие отчеты есть, но отчеты... Не фигурируют отчеты по купле-продаже монет, потому как торговая деятельность на бирже, она не входит в сферу, скажем так, деятельности компании, с которой платится какая-либо прибыль. То есть здесь ситуация немножко проще. Монеты добываются, дальше мы как компания выходим на биржу, продаем их за биткоины, и точно так же выходим на другую биржу, продаем биткоины за доллары. И непосредственно эти доллары вы уже видите у себя в кабинете. В принципе, если есть заинтересованность в том, какие монеты, хотя в принципе мы говорили, какие монеты мы добываем в данный момент, то есть если есть заинтересованность в том, чтобы посмотреть какие-то там логи, допустим, с бирж, либо там с пулов, это в принципе все можно сделать в индивидуальном порядке без проблем. Так. Где можно получить ссылку на регистрацию в проекте? Сереж, надо, наверное, к тебе больше. Расскажи. Напишите, пожалуйста, в поддержку, вот в саппорт компании, вам дадут еще на ссылку, если у вас нет приглашенного спонсора. Я вижу, что здесь люди, которые сразу, ну, пишут, друзья, давайте, ну, не выставляйте как бы свои реферальные ссылки, это мероприятие не для того, чтобы вы, как говорится, подписывали друг друга. То есть, если вы сюда зашли, вас кто-то либо пригласил, либо вы получили письмо, значит, скорее всего, вы зарегистрированы в компании. Ну, я так подразумеваю. Если вы зарегистрированы в компании, значит, скорее всего, у вас есть своя ссылка, просто через почту восстановите пароль, ну, чтобы не было вот этого бардака. И еще один момент. Вот я сейчас, обратите внимание, сбрасываю ссылочку, это на YouTube ролик, где рассказываю я лично презентацию,
именно о том, как, какие продукты и сколько денег на этом вы можете заработать. Так как здесь количество людей впервые и многие еще не ознакомлены, пожалуйста, сохраните эту ссылку или откройте после вебинара, вот это через 10-20 минут, этот очень подробный вебинар я проводил именно как раз, как я говорю, специально из Таиланда, то есть готовился для вас, чтобы вам это понравилось, и я думаю, что вы найдете для себя ответы на вопросы, а уже дальше со своими спонсорами и с подобными нашими презентациями. Окей? Я думаю, мы поняли друг друга. Двигаемся так, дальше. Отлично, идем дальше. Так, вопрос задал Александр. Поставил кошелек, а где монеты? Вопрос очень правильный, Александр. Если вы дочитаете в блоге инструкцию, то там пункт номер 6, в котором указано, что для того, чтобы получить монеты, при условии, естественно, если у вас есть приобретенный пакет, что нужно сделать? Нужно написать письмо на почту, адрес есть там, и указать некоторую информацию, которая тоже указана там, ID, адрес кошелька и ну, почта, само собой, она будет видна. И после этого компания на ваш кошелек начислит монету, потому как до тех пор, пока вы не написали такое письмо, компания не знает адреса вашего кошелька. Поэтому, соответственно, монет нам перечислять некуда. Пока. Так, идем дальше. Рома. Раз в неделю, с чем это связано? И будет ли статистика на сайте? Связано, Роман, это с удобством, с определенным, потому что для того, чтобы начислять чаще, нужно каждый день, допустим, выходить на биржу, там, продавать эти монеты, или же поставить вообще автоматическую продажу, такое тоже есть, но тогда будет немножечко менее выгодный курс, потому как мы будем моментально продавать все, что на майне. Вот. Для того, чтобы избежать, скажем так, дополнительно ненужной работы, был выбран срок один раз в неделю, компания посчитала его оптимальным, и в принципе мы этих сроков и придерживаемся. Будет ли статистика на сайте? Статистика будет прямо в приложении. То есть это заложено, скажем так, в план развития компании. Есть несколько более срочных вопросов, после решения которых уже будет статистика доступна прямо непосредственно в самом приложении, бесплатно. Сколько можно зарабатывать в месяц? Сереж, я думаю, расскажешь ответ на этот вопрос? Ну, я даже приведу пример, друзья. То есть, смотрите, как бы, если вы планируете, вопрос, опять же, в какие суммы вы привыкли, да, зарабатывать. То есть, вот сегодня у меня в структуре есть люди, которые заработали даже от за 3-4 дня $1000. Есть люди, которые за месяц заработают такую сумму. То есть это люди, которые как бы строили на платных продуктах. На бесплатном продукте вы можете заработать небольшие деньги, но это бесплатный, поэтому и продукт называется. Цифры, я говорю, вуалируются, начинается, если от мелких сумм, от 5 до $50, это бесплатные продукты. На продуктах люди, которые стали инвесторами, это продукт у нас доли. У меня есть люди, которые каждый месяц выводят, сколько там, Олег, тысячу, да, не тысячу, копейками выводят. Больше даже. Больше $1000 ежемесячно выводят себя как дивиденды. То есть, если вы говорите за... По одному из продуктов. По одному из продуктов, да. Это по долям. Есть. Да, если вы, смотрите, строите сеть, вот именно как партнеры, о котором я говорю, то ваши доходы зависят, опять же, от вашей личной работы. При этом, если вы люди, которые сегодня строят бизнес в интернете, наверняка вам уже, наверное, известна такая, как... аббревиатура слов пассивный доход, да, то есть деньги, которые приходят извне. Здесь он присутствует, если вы разберетесь, вы поймете, откуда идут деньги, они полностью обоснованы, и этому есть подтверждение. Я сейчас вижу здесь много таких вопросов, которые задаются на презентации. Вот я сейчас бросил еще форум. Это на форум, на котором есть также много информации о самом проекте. У нас есть раздел «Блог» внутри самого проекта. В этом блоге вы можете просто ленту вот так вниз опустить и посмотреть, что как с компанией, на каком этапе происходит. То есть это такой информационный, где брать новости, информацию. А также, если ваши спонсоры в данный момент где-то отключены, или вы вот только сейчас хотите больше узнать о компании, я выше сбрасывал ссылочку YouTube, где презентация есть. Вы заходите на канал или смотрите школы, презентации и продукта, вопрос-ответ, который у нас сейчас, и разбираемся.
Если вам нужно еще больше информации, у вас есть амбиции, вы хотите больше здесь зарабатывать, чем $1000 в месяц, то есть вот как у меня амбиции минимум 1000-2000 долларов в день получать, ваша задача связаться как можно быстрее с вашими вышестоящими спонсорами. Это сделать, если вы не знаете как, пишите саппорт. Саппорт, который работает для вас по режиму с 9 до 18.00, без выходных. Ну, иногда отвечают выходные, потому что за клиентами компания заботится. Я думаю, ответил на вопрос. Спасибо, Сереж. Так, продолжим с вопросами. Так, вопрос, где скачать программу BitOp Miner XZ? Эту программу можно скачать у нас на сайте. Кстати, где-то видел вопрос по поводу того, как называется сайт. Сайт bitok.fm. Соответственно, там можно скачать программу, и там много информации по, собственно, по всей деятельности компании. В какой стране находится ваше оборудование? В данный момент оборудование находится на Украине. Также в дальнейшем, в зависимости от того, какой будет объем инвестиций, есть возможность разместить его в Китае частично. Частично, ну, пока мы эту возможность не использовали, я думаю, ну, если в дальнейшем это понадобится, мы это сделаем. Так, какие еще вопросы? Смогу ли я зарабатывать, не вкладывая деньги? Александр спрашивает. Да, такая возможность есть. Собственно, размер дохода будет зависеть от того, какое оборудование у вас есть в наличии. Вот, и чем его больше, чем оно лучше, тем больше вы сможете зарабатывать без вложений. Об этом на технических вебинарах мы постоянно как бы говорим, рассказываем, как, сколько и что нужно делать для этого. Что дают пакеты биток, какая прибыль? Денис, пакеты биток состоят, как мы уже говорили, из нескольких составляющих, и, соответственно, и прибыль состоит из нескольких составляющих. Значит, первая часть – это, собственно, реферальная программа активная. То есть, если вы строите сеть, кого-то приглашаете, вы получаете за это вознаграждение моментальное. Также есть пассивный доход, который вы получаете раз в неделю. Два. Три. Есть реферальная программа по пассивному доходу. То есть вы получаете часть денег от пассивного дохода тех людей, которых вы подключили. И четвертое – это монета. То есть вам в подарок каждому из пакетов дается определенное количество монет. Если, ну, я могу, в принципе, озвучить информацию по пакетам. Значит, пакету номер один, который стоимостью $120, идет 120 монет. К пакету номер два, серебро, который стоит $600, у нас идет в подарок 1200 монет. К золотому пакету за $1200 идет 4800 монет. И к самому, скажем так, самому большому пакету платиновому, который стоит $2400, идет в подарок 19200 монет. Это четвертый вид. Вы со временем сможете эти монеты, я думаю, достаточно выгодно продать, когда компания достаточно раскрутит эту монету, приблизительно в течение года. И пятое – это, собственно, та информация, которая содержится непосредственно в каждом из пакетов, которая также будет скоро доступна. То есть это вот, собственно, те вещи, как, ну, каким образом вы можете зарабатывать на пакетах. Естественно, вы можете применить знания, которые дают пакеты, и заработать уже непосредственно, самостоятельно, без участия компании. Какая стоимость монет сейчас? Владимир, стоимость монет сейчас приблизительно около 1000 сатоши. То есть это меньше немножечко, чем половина цента. То есть это на сегодня не показатель, и да, по поводу количества в пакетах я ответил. Стоимость будем смотреть через несколько месяцев. То есть пока как бы я бы не советовал сильно на нее смотреть и ориентироваться. Так, Андрей спрашивает. Человек инвестирует деньги в доли и ежемесячно получает от 5 до 15% прибыли. Я в их числе и очень доволен. Это очень хорошо. Получается, что всегда компания работает в плюс. Есть ли здесь риски?
Неужели нельзя сработать в минус? Чем это все обуславливается? И кто этим всем занимается? Так, если... Так, вот куча вопросов, давайте по порядку. Значит, риски, естественно, есть, как и везде. Как бы говорить, что нет рисков, конечно, так нельзя. Но риск на самом деле здесь состоит в том, сможем ли мы, там, допустим, заработать какое-то определенное количество процентов, ну, которое мы задекларировали, или же мы заработаем меньше, там, ну, больше, понятно, никто не откажется. То есть в основном риск состоит в том, что неизвестно наперед точный заработок. То есть как бы мы понимаем, что он по-любому будет, приблизительно понимаем его диапазон, но точно не знаем, сколько это будет по факту. То есть это как бы, ну, один из, наверное, таких рисков, которые, ну, опять же, это сложно назвать риском, это просто некоторая неопределенность. Это раз. По поводу минуса, ну, минус на самом деле здесь сложно сработать. Не знаю, у нас не получалось, надеюсь, и не получится. Так, кто занимается? Естественно, есть специальный отдел, который занимается мониторингом и в том числе, ну, как бы торговлей мы вплотную не занимаемся, но, естественно, когда мы выходим с монетами на биржу, то мы пытаемся их продать по максимально возможному курсу на день продажи. То есть мы как бы ограничены в определенной степени сроками, потому как мы еженедельно выплачиваем, то есть мы можем в рамках, может быть, даже там 1-2 дней смотреть, ну, как мы можем продать выгодно монеты. То есть если дальше мы как бы ждать не можем, мы уже продаем по тому курсу, который есть, для того, чтобы сделать выплаты еженедельными, как мы говорили. Так, давайте дальше идем. Сейчас, Олег, пару слов тебе хочу добавить. Вот еще за монету вот спрашивают, я вижу, пишите вопросы, друзья, сейчас. Что все новые продукты и те, которые сегодня есть в компании, они будут нацелены на развитие и увеличение капитализации стоимости самой монеты. Поэтому как бы вот кто еще не совсем до конца разбирается, о чем идет речь, это значит, что, грубо говоря, сегодня курс стоит там меньше 0,5 центов, то через год мы планируем этот курс удвоить, утроить. То есть именно реальной ценностью неся определенные продукты, которые люди могут использовать не только с целью там спекуляции, но и каких-то определенных купли-продажи чего-то. То есть как бы компания именно нацелена на то, чтобы в том числе с вами будут определенные стратегии, которые, если вы будете придерживаться, вам прибыль будет намного выше, нежели просто если вы будете извлекать из этого какой-то процент в течение длительного времени или короткого. Поэтому на это нацелено сегодня. Да, спасибо, Сереж. Так и есть все. Давайте идем дальше теперь. Так. По поводу того, какая программа. Да, на сайте скачивается программа Launcher.exe. Это специализированный загрузчик, который загрузит вам все остальное. То есть все, что вам необходимо, все будет загружено этой программой. Более того, она же и обновляет, если выходит новая версия какого-либо из модулей, то она обновляет до актуального состояния. То есть руками ничего там делать не нужно. Так, Роман, хотелось бы иметь возможность вводить не только доллары, но и биткоин. Будет ли такая возможность реализована? Смотрите, Роман, технически никакой проблемы в этом нет вообще. Почему вводим доллары? Потому что наша компания во многом ориентирована на людей, которые максимум слышали, что такое биткоин. Некоторые даже не слышали. Соответственно, мало кто умеет, скажем так, правильно им пользоваться. То есть, ну, как бы одна из целей и, ну, возможно, даже в некоторой степени миссия нашей компании – это донести, в общем-то, биткоин и технологии, которые лежат в основе криптовалют, в массы. То есть это как бы одна из целей миссии компании. Вот. Мы как бы пока на начальном, скажем так, стадии в этом пути, поэтому такой вопрос не стоял просто. Если вы принципиально хотите получать в биткоинах то, что остальные получают в долларах, мы никакой проблемы в этом не видим. Я думаю, что можно написать как бы службу поддержки, и компания пойдет в этом вопросе вам навстречу. Потому что мы просто, ну, как бы будем на одну операцию обменную меньше делать. Потому как изначально это все равно в биткоинах. Все. Поэтому нет вопросов. Просто достаточно редко об этом спрашивают. Поэтому если такое количество
вопросов, скажем так, будет увеличиваться, тогда, я думаю, мы сделаем даже какой-то, возможно, настройку или инструмент, который позволит вам выводить ваши деньги просто в биткоинах, ну, как вы и просили. Так, Герман спрашивает. Уже месяц начисления с рефералов не менялись. Более чем 120 рефералов так и висят. Не верится, что ни один не работал. Сам не могу майнить ни на процессы, ни на видюки. Так, у меня 32-битная система. Да, 32-битные системы, кстати, только на винчестерах вы можете помайнить, ну и, соответственно, видеокарта и процессор вам недоступны. Так, с моим на жестком диске тоже никак не налажу. Сделал разметку, пробовал. Так, ну здесь вам нужно обратиться в поддержку. На самом деле, ну, самая распространенная проблема в этом случае – это неправильная версия Java, которая установлена. Например, вы поставили восьмую, а программа майнер размещена под седьмую. Соответственно, там она не находит каких-то файлов и выдает вам ошибку. Это самая распространенная проблема. Возможно, у вас что-то еще, то есть это уже надо смотреть индивидуально. По поводу рефералов. Дело вот в чем. Сейчас, ну, приблизительно уже в течение недели, дорабатывается программа, модуль в кабинете, который отвечает за распределение рефералки с майнинга, и, соответственно, за этот срок там была, по-моему, одна или две выплаты, которые прошли без учета рефералки. То есть просто скриптом людям в кабинеты начислены были определенные суммы, но они не пошли по реферальной программе. Сейчас этот модуль дорабатывается, и я думаю, в течение там, 1-2 дней он будет, соответственно, начислится та прибыль по майнингу, которая не была начислена во вторник. То есть сегодня четверг, то есть уже как бы 2 дня назад мы должны были начислить вам заработок по майнингу с нашей бесплатной программы, но, скажем так, этот процесс немножко затянулся ввиду того, что там возникла более срочная проблема, о которой спрашивали в начале. Вот. В течение, я думаю, 1-2 дней этот механизм будет налажен, и вы увидите рефералку, соответственно, со своих людей. Не видите ее только потому, что просто отложили этот процесс. То есть ничего не потерялось, никуда не делось, но скрипт, который за это отвечает, еще просто не до конца протестирован. Вот. Поэтому в течение 1-2 дней этот механизм, как я уже говорил, мы наладим, и вы все увидите у себя в кабинете. Так, давайте пойдем дальше. Так, Олег, давай я отвечу на вопрос. Вот пишет Артем, я хочу выйти на доход 30 тысяч долларов, это возможно? Артем, возможно, я лично целюсь на месяц и покажу своим примером, как это сделать реально. То есть, что это возможные деньги, это реально сделать. Вот. И у меня есть люди, которые уже идут на такие же суммы. Потому что там первые 1000 долларов в компании я заработал за первый день. Даже первые, там сказать, полдня. Поэтому... Ну, не первый звонок, первые, как говорится, первые числах. Поэтому, как бы, я к тому вам сейчас веду, что как бы здесь будет как бы работа именно системы, работа самой структуры, именно что вы сможете реально посмотреть, как это работает. Ну, то есть система работы, увидите наша школа, увидите, как это все работает. И вот я вижу для людей, которые вот пишут там вот сейчас переписки за регистрации, за ссылки. Еще раз говорю, я вас заблокирую, если будете за эти все ссылки писать. Это отдельно вы сможете, еще раз говорю, там связаться. Я вижу, просто пошли уже это. Давай я сделаю так. Модерацию, то есть, наверное, так будет понятливее людям. Еще раз, смотрите, для вас, вот касательно вопроса переподписаний, потому что если переподписание, у нас вообще не очень, как сказать, это признают, потому что в любых компаниях это, ну, не очень хорошо, потому что если у вас ваш человек, куратор, спонсор, по каким-то причинам, скажем, неактивный, и вы сможете сегодня, ну, хотите больше, вы через поддержку связываетесь, вам поддержка дает контакты вашего вышестоящего спонсора. И так до того момента, пока вы найдете с тем человеком, с кем работает. Поверьте, он заинтересован в вас.
Если вы же захотите, какие-то у вас будут там, ну, вы уже настроены к другому человеку зарегистрироваться, а у вас есть какая-то уже структура. Это все общается, ну, общение должно быть индивидуально и с вашим спонсором, бывшим и новым. То есть такие моменты, ну, не решаются, вот как вы там думаете, взять или подписаться. Я думаю, ответил на вопрос. Так, идем дальше. Есть ли чаты в Скайпе? Если есть, то как зарегистрироваться? Александр, ну, скажем так, чатов в Скайпе каких-то специализированных, где нужно регистрироваться, у нас нет. То есть какие-то определенные там внутренние служебные чаты, естественно, есть, но те, в которых предполагается какая-то регистрация, то таких чатов нет. То есть есть блог на сайте, также, ну, Сереж, какие у нас еще виды коммуникации, кроме блога? Так, ну хорошо. Олег, я вижу просто там еще вопрос, вот адреса какая-то НАТО написала, что меня обзывает как бы жуликом, вот, касательно именно НАТО, да, вот скажу, ну, если человек уже не может написать свое имя, фамилия, чтобы так было уже откровенно, если она какие-то имеет претензии лично ко мне, вот, потому что я работал с компанией, с которой построил огромнейшую организацию, и люди, которые меня знают, могут подтвердить, даже в чат сейчас написать, да, кто работал со мной, кто понимает, какой уровень и работа со мной построена. Поэтому люди, которые, скажем, там на каких-то зашли обещаниях или каких-то зашли по своим личным инициативам и теряли все свои деньги, они, наверное, это понимают. Поэтому я думаю, здесь находятся люди, которые работали со мной, знают, как мы работаем с командой, какое наше отношение ко всему личному. И как мы лично, как лидеры, в том числе я сейчас за себя говорю, мы относимся к развитию проекта и донесению любой, в том числе, если мы говорим сейчас о заработке каждого из партнеров, который пришел лично там за нами, за лидерами, за какой-то идеей. Поэтому я думаю, здесь сидят те люди, которые уже являлись моими партнерами и пришли со мной сейчас развивать новый проект. А причины тех или иных проектов, с которыми были прекращены сотрудничества, это уже не тема этого вебинара. Поэтому вот именно обращаясь к Нате, с уважением, чтобы вы разобрались, в чем у вас какой вопрос и в чем претензия, и заходили под своими именем, фамилией, хотя бы имели это представление. Все, это небольшое такое отступление, друзья. Давайте вот там еще есть вопросы. Вот, Олег, вот по работе с Windows, он там пишет 8. Так, вижу, да, Влад задал вопрос, сколько нужно ресурса для программы, работает ли с Windows 8. Влад, здесь нужно определиться, что именно вы будете запускать. Если речь идет о процессоре, то, собственно, весь ресурс процессора будет использован, ну, либо же его часть, если вы, допустим, захотите выбрать какое-то меньшее количество ядер, чем то, которое является максимальным для вашего процессора. Соответственно, если, допустим, речь идет о жестком диске, то там, ну, очень большие ресурсы не нужны. То есть, скорее всего, те, которые, ну, если у вас Windows 8 запускается, значит, вам хватит ресурсов для майнинга на жестком диске. Поэтому тут уже, когда вы определитесь с тем, собственно, какие железки вы планируете использовать, то тогда уже можно будет на ваш вопрос ответить более конкретно. Так, что у нас дальше? По поводу кошельков под macOS. Да, кошельки под macOS работают на обоих монетах. Вернее, любой из пакетов в маркетинге есть пункт, что на развитие нашей монеты уходит всего 4% стоимости пакета. Как я понимаю, благодаря этим 4% будет зависеть скорость развития компании. Нет, не скорость развития компании. Скорость развития компании не зависит от этих 4%. Продвижение монеты на мировой рынок. Так, чем популярнее будет становиться компания, выше ее товарооборот, тем выше будет стоимость монеты BitCent. Здесь прямой взаимосвязи нет. То есть взаимосвязь косвенная, потому как мы влияем, скажем так, на стоимость монеты не прямо, а косвенно, развивая сервисы вокруг нее и повышая ее полезность для людей. Поэтому в целом это правильно, то есть чем больше популярнее становится компания, там, чем больше денег вкладывается в монету, тем, в принципе, она становится более полезной и нужной людям. Это, естественно, так. Но зависимость не прямая и с определенной задержкой, по идее, будет. Так, вообще, как вы видите процесс укрепления монеты? Ну, собственно,
В двух словах я ответил на этот вопрос. То есть эти 4% они не направляются на поддержку курса монеты, а направляются, собственно, дополнительным разработчикам, которые смогут каким-либо образом совершенствовать саму монету, а также нарастить сервисы вокруг этой монеты. Поэтому, исходя из этого, уже и будет проходить процесс популяризации монеты и, в общем-то, вовлечения в ее как можно большее количество людей в то, чтобы они пользовались и получали для себя каждый какую-то свою выгоду. Так, следующие вопросы. Ну, вопрос на модерации. Счет заработка на балансе на кошельке вашего. Есть ли смысл открыть свой кошелек на нескольких компьютерах? Будет ли капать больше? Так, Артем, если вы имеете в виду доход, который идет процентный по монете, то он зависит не от количества компьютеров, а от баланса кошелька и времени, в течение которого кошелек открыт. Поэтому если на кошельке, к примеру, будет 1000 монет, и он будет постоянно работать, то заработок будет такой же самый, если вы возьмете, допустим, 10 компьютеров, разложите по 1000 монет, и все они будут работать. То есть нет смысла в данной ситуации. Вопрос Влада. Достаточно ли ноута 300 гигабайт для работы с программой? Влад, если речь идет о добыче монет с помощью жесткого диска, ну, тут нельзя сказать, что там это достаточно. Тут чем больше, тем лучше. То есть 300 гигабайт, ну, это не очень много. На самом деле, оптимальный размер, допустим, если брать винчестер, который внешний, то есть не который, который, точнее, не внешний, а который внутренний вставляется в компьютер, то это 3-4 терабайта. Соответственно, 300 гигабайт это в 10 раз меньше. Понятно, что в ноутбуках таких винчестеров не бывает, но начать с 300 гигабайт, конечно же, можно. По сути, программа разметки рассчитана минимум на 50 гигабайт. То есть, если у вас есть 50 гигабайт свободных, вы уже можете начать работу с программой. Какой это по счету вебинар? Вот, это хороший вопрос. Это сложный даже вопрос. Первая десятка, это точно. Даже не вторая, наверное. Это уже, наверное, первая двадцатка-тридцатка вебинаров. Просто у нас, друзья, сейчас два слова скажу. У нас была сейчас небольшая пауза, то есть мы решали важные вопросы как раз именно касательно там дальнейшего развития проекта. И плюс именно такие были как бы горячие вопросы, которые важно было решить, да, для того, чтобы мы коммуницировали. И вот так как наступает сегодня у нас Новый год, который все мы так ждем, в новом году будет для вас такой презентованный план на 2015 год, как будет компания развиваться с ее продуктами и ее целями. Поэтому находите ваши цели с целями компании совпадения. Я вас говорю, что вы действительно сможете с компанией озолотиться, потому что как бы на это как раз и рассчитаны все продукты. Да, спасибо, Сереж. Вот следующий вопрос. Если в кошельке нет монет, а он будет включен? Ну, это для сети хорошо, для вас никак. То есть заработка от того, что у вас будет включен кошелек без монет, ну, вы, к сожалению, не получите. Кстати, Олег, вопрос вот тебе тоже от меня. Вот меня партнеры спрашивали по MacBook. То есть у меня тоже MacBook, вот кошелек MacBook. Как с ним быть? По поводу того, как быть с кошельком для MacBook, я думаю, мы дополнительно эту информацию разместим в блоге, потому что вопрос действительно не первый. То есть нужно взять какой-то MacBook, замучить, и после этого мы разместим информацию, как правильно ставить кошелек. Так, что у нас дальше с вопросами? Вопросов много. Да, вижу. Первое письмо сегодня получил, где можно посмотреть предыдущие. Валерий, если можно уточнить вопрос, потому что не совсем понятно, о чем речь идет. Так, какой фактический заработок с 1 терабайта? Ответьте, пожалуйста. По состоянию на сегодня, Владимир, приблизительно около $7 в месяц. Плюс-минус. Заработок может меняться, ну, в достаточно ощутимых пределах, потому что и сложность добычи монеты разная, и стоимость ее на бирже, а также стоимость биткоин-доллар. Это три основных фактора, которые влияют на
заработок, ну, например, с 1 терабайта. Поэтому по состоянию на сегодня около 7, там плюс-минус 1. Были разные моменты. Были чуть меньше, было существенно больше. Поэтому тут уже как посмотрим. Ну, то есть от нас здесь зависит меньше. То есть, ну, как бы наше дело просто добывать монеты, ну а уже сколько их будет, сколько они будут стоить, это уже будем смотреть, будет рынок определять. Так, начал майнить вашу монетку. А монетку для распоряжения получить не могу. Так, компания все продает за меня, это непорядок. Я же майню монету, а не доллары. Кошелек уже есть. Так, то, что я майню, сам распорядиться добытым. Это же не... Смотрите, Роман, если вы хотите получить непосредственно ту монету, которую добывает ваш компьютер, у вас два пути. Ну, я не знаю, на данном этапе, я думаю, компания вряд ли будет заниматься рассылкой, допустим, индивидуальным монет на кошелек. Вы можете попробовать самостоятельно, допустим, на пуле добыть монеты и, соответственно, пройти полностью весь там путь джедая, который делает за вас компания. Вот. Если, допустим, у вас это получится, то ну, отлично. Я думаю, что, в принципе, тогда вы можете ориентироваться только на другие продукты компании, а не на этот, допустим, бесплатный, который создан для людей, которые, ну, в общем-то, он делает всю эту работу за людей. Соответственно, если вы хотите ее самостоятельно делать, я думаю, мы никак в этом не мешаем вам, это точно. Вот, поэтому можете попробовать, у вас наверняка получится. Так, какие еще вопросы? Будет ли в ближайшее время добавлена в ваш майнер опция майнинга на винчестере? На самом деле опция такая уже доступна. Единственное, что она сделана не в рамках одной программы, а в виде отдельной программы. Будет ли интеграция в одну программу? На самом деле пока нет однозначного решения, потому что те монеты, которые добываются на винчестере, точнее на процессоре и видеокарте, ну, они слишком отличаются от той монеты, которая добывается на винте. И ну, изначально было принято решение не лепить все в одну кучу. Будем ли мы это объединять, не могу пока сказать. То есть в ближайших планах пока точно такого нет. Ну а дальше посмотрим. Возможно, может быть. Если это будет нужно, или же выгода какая-то от этого будет, то мы это сделаем. Так, было бы хорошо о MacOS узнать. Был бы очень вам благодарен. Павел, это, по этому поводу уже ответили. Будет информация в блоге. Пристегнуть 2 терабайта к ноуту. Можно, Влад? Конечно, можно. Берете нужно. Шнурок USB и пристегиваете. Так. Я, кстати, вот вопрос по вебинарам, Олег, там пишет. Это, наверное, Валерий имел в виду, какой по счету у нас, наверное, вебинары, да, вот и шли. У нас запланировано ежедневные, каждую неделю, ежемесячно проводить вебинары. Мы сегодня, друзья, только начинаем. Мы сегодня готовим именно саму систему работы. Действительно, если вас этот вопрос интересовал, то мы здесь выставим полный график тоже в кабинете. Он, скорее всего, в ближайшее время появится, когда, в какое время и кто будет проводить, и какая тема. То есть у нас будут и технические вебинары, и презентации компании. Они, в принципе, уже есть, да, вот просто это будет системно, регулярно. Поэтому это касается вот, не только вопрос вам, но и всем, вот, кто сейчас вот настроен, серьезно строит с нами бизнес, потому что мы строим его надолго, мы пришли его делать качественно, профессионально, поэтому эти вещи просто как жизненно необходимы. Как-то да, так у нас это все будет. Спасибо. Ну, дело в том, что, в принципе, у нас вебинары и проходили регулярно, просто, возможно, не было расписания заранее, то есть мы как бы... О каждом следующем вебинаре анонс был, но не было расписания, которое, допустим, там на неделю, на месяц, там такого не было. Вот, поэтому, насколько я понимаю, компания как бы в ближайшее время будет на более длительный срок анонс вывешивать по поводу своих вебинаров. Так, вопрос от геймера. Что у нас спрашивает геймер? Может ли сгореть процессор в компе или ноуте при использовании вашей программы? Он скачал Pro, попробовал и теперь боится за процессор. Андрей, ну тут ситуация какая? Дело в том, что работа нашей программы никак не отличается, например, от работы, как работают игрушки. Например, когда нагружают те же самые ваши железки, там, процессор и видеокарту.
Поэтому давным-давно уже есть куча защит, как программных, так и аппаратных, которые, в общем-то, уберегают оборудование от всевозможных негативных последствий. Поэтому если, допустим, максимум, что может быть, это сработает защита температурная. Но это если у вас, допустим, плохое охлаждение, не рассчитано на серьезные нагрузки. Если же как бы с охлаждением все в порядке, то я думаю, что переживать не стоит по этому поводу. Так, где скачать программу для использования Винчестера? Значит, эта программа точно есть на форуме. Не знаю, есть ли ссылка у нас в блоге и на сайте. Надо уточнить. На форуме, который был выше, уже описан, там 100% есть не просто программа, а и инструкция, что именно нужно делать. То есть последовательность действий полностью. Все, что вам необходимо для того, чтобы запустить майнинг на Винчестере, там присутствует. Так. На сайте, да, только ссылка на майнер, совершенно верно. Соответственно, на форуме есть вся информация, которую я сказал. Нужно ли применять дополнительное охлаждение для процессора? Андрей, да нет. Ну, на самом деле, если вы, например, играете в игрушки, то, естественно, ваш процессор уже имеет достаточное охлаждение, и, скорее всего, как бы ничего дополнительно вам не понадобится туда прикручивать или, я не знаю, ну, как бы. Максимум, ну вообще как бы, если, допустим, речь идет о фермах, ну то есть компьютерах с несколькими видеокартами, которые используются для майнинга, то они, конечно же, в открытом корпусе все, на открытом стенде находятся. Есть, кстати, видео, наверняка есть у нас в блоге, где на видео там есть часть нашего оборудования, вот там можно посмотреть, в каком виде, ну, в общем-то, как выглядят фермы для добычи. И соответственно, ну, как бы, возможно, вы лучше немножечко представите, как это должно быть. И, соответственно, если процессор у вас там, допустим, закрыт в корпусе, а корпус стоит в углу, то, наверное, ну, желательно как-то это дело изменить. То есть это будет уже хорошая помощь для охлаждения. Так, давайте сейчас еще по вопросам. И есть еще там дополнительная информация для вас. В конце вебинара, я думаю, мы ее сообщим. Так. Так. У меня включены Я еще, два кошелька. Олег, сейчас выложу небольшую ссылочку, друзья. Вот эта ссылочка на ролик рекламный, кому нужно будет такое представление, как выглядит вообще вот данное железо компании B2K, да, и вот как это для вас может быть, ну, какой доход принести. То есть такой небольшой рекламный ролик, но с целью привлечения или партнеров, или для вас самих это будет, ну, полезный. Вот здесь можете его посмотреть. Да, спасибо, Сережа. Именно об этом ролике я и говорил. То есть там просто взяли небольшую часть оборудования, красиво сложили, как бы сняли. И вот, ну, в общем-то, остальное выглядит точно так же, но принцип как бы один и тот же. То есть очень как бы в сжатом виде показано, как все работает, как это выглядит. Я думаю, вам будет интересно его посмотреть. Так. Куда переводятся деньги, когда вводишь сумму, а вывод баланса и нажимаешь подтвердить? Куда переводятся деньги? Ваня, если вопрос по поводу вывода, то вы, в общем-то, самостоятельно выбираете, куда именно будут выводиться ваши деньги. Так как вариантов несколько, то просто пишите в поддержку и, в общем-то, выбирайте таким образом, куда именно вам нужно вывести деньги. И компания выводит туда, куда нужно вам. То есть, как бы в этом нет никакой проблемы. По поводу, хотел бы сказать, одного из будущих продуктов, проектов компании, которые появятся в ближайшее время. Компания собирается запустить собственный обменник. В общем-то, более подробная информация обязательно будет в специализированном вебинаре, который будет этому посвящен непосредственно вопросу.
Вот. Я думаю, что это будет уже в следующем году, обязательно в январе месяце. Вот. И, собственно, все желающие смогут принять участие в этом проекте, продукте компании, который, в общем-то, тоже будет нацелен на долгосрочное развитие, так как, в общем-то, это вещь очень нужная, необходимая и полезная. То, я думаю, что чем, скажем так, больше людей будут о ней знать, тем выше будет доход и компании, ну а соответственно выше доход компании, выше доход партнера. Поэтому здесь все просто. Пару слов, Олег, хочу добавить. Касательно, ну вот, да, потому что не могу удержаться, да, хочется сказать пару слов. Друзья, напишите в чат, кто хоть раз пользовался обменом денег, то есть там виртуальных денег, там, не знаю, каких-то онлайн-банкингов, обменов туда-сюда, там, перфекты на WebMoney или там на эти. Напишите там, я, плюсик, но хоть раз в жизни вы пользовались, сделали обмен через интернет. Я не знаю, с обменниками, с брокерами, я не знаю, с чем вы там работали, вот просто с людьми, вы делали обмен операциями. Вот, я забыл, блокировка стоит, да, вот вижу. Просто плюсик или напишите я, что так, для статистики. Давайте, друзья, мы сейчас будем этот заканчивать, буквально очень каждый день он что-то делает, да. Вот, у меня практически тоже каждый день идут операции. Сереж, Вот, хотел добавить, что речь идет не о ларьке на углу, то есть это не обменник, где там меняют, грубо говоря, гривны на доллары, а это, естественно, обменник криптовалют на, ну, фиатные деньги, то есть доллары, там, гривны и так далее, рубли. Вот. Поэтому речь об этом идет. На всякий случай, я думаю, желательно уточнить. да. Вот, кто-то не пользовался. Ну, я думаю, вы все согласитесь, что это продукт, который как бы понимает каждый, к примеру, обмен денег, так да, происходит. Просто это, ну, на сегодняшний день продукт, один из продуктов компании будет BitOK, и каждый из вас может на этом всем поучаствовать, то есть получить определенные свои дивиденды, определенные проценты, кто вот примет этот продукт. То есть речь именно об этом. И с учетом того, что вы сможете раз продукты компании использовать, ваш доход возрастет. Это может даже в разы быть. То есть не только на ваших собственных инвестициях, но и на инвестициях, когда вы привлекаете своих партнеров. Вот. Это будет, смотрите, эксклюзивное предложение, не для всех, потому что оно будет лоббироваться все же для тех людей, которые уже являются партнерами. Будут определенные, скажем, такие более, как я говорю, нежные условия, да, такие интимные условия тем людям, кто уже является партнерами. Ну и для тех, кто еще как бы рассматривает проект, тоже будет интересно. Еще один вопрос хотел вот напоследок, знаете, пока мы заканчиваем, спросить. Кто, друзья, напишите так, просто чтобы картинка нарисовалась вот у нас и у вас. Кто пришел в компанию чисто с интересом инвестора, поставьте пятерочку. Вот просто пять, пятерочку нажмите. Кто пришел с интересом сеть строить, поставьте семерочку. У кого и то, ставьте 5-7. То есть инвесторы с пятерочку, сетевики, ну, кто пришел строить сеть, увидели продукт, интерес, поставьте 7. Ну, кто и то, пишите так и так, 50 на 50. Окей. Вот, друзья, именно на вас именно ориентированы эти все продукты. Вот именно для вас они делаются. Вот сейчас так. Вот, тут практически 50 на 50. Отлично. Хорошо. Что, у нас тогда вопросов как бы нету, да, все вопросы разобрали. Друзья, ну от себя, наверное, напоследок, вот спасибо за то, что вы были. Хочу сказать и пожелать, что вот вы хорошо встретили Новый год, отметили с вашими семьями, семьей, чтобы вы смогли подытожить планы этого года, который сегодня уходящий, и поставить на следующий год. И думаю, что в новом году мы с вами достигнем огромных больших целей и вместе, ну, как бы, скажем, сделаем то, что другие еще не делали. Главное в это верить и действовать, идти к своим целям. От меня все, друзья. С наступающим Новым годом, с наступающими праздниками. Олег, тебе тоже слово. Да, спасибо, Сереж. Присоединяюсь к пожеланиям. Единственное, я хочу сказать, я думаю, в этом году это не последний вебинар, поэтому наверняка компания еще будет иметь возможность поздравить своих партнеров. Потому как минимум завтра будет вебинар обычный наш еженедельный. Вот, ну, на следующей неделе посмотрим, пока не планировали еще. Друзья, спасибо за внимание и до новых встреч. Следите за блогом, за анонсами.
Всем пока.